Доброго времени суток всем. С вами снова Александр Ненецкий. Мы находимся в парке Ленинского комсомола, или как он у нас по-простому в народе — Савицкий, на спортивной площадке, которая была сделана много лет назад. У нас тут много таких спортивных сооружений, которые люди делали своими силами, за свои деньги. Очень много интересных, полезных таких снарядов, сооружений было. Некоторые остались и до нашего времени. Но в основном все, что было, вернее, из того, что было, остались у нас брусья, остался турничок, остался вот тросик такой для ходьбы и удержания равновесия. И опоры его тоже используются хорошо, как широкие брусья. Осталось вот у нас место такое для прокачки пресса. Также гиперэкстензию тут очень хорошо делать. Вот шест остался с лесенкой такой. Вот скамья такая. Как вы видите, вот колесо. Или к колесу примотан груз. Можно лежа тоже жать. А тут был тренажер какой-то. Я его еще даже не застал. Не, застал. Тут когда-то была бочка. Был трос. Блочный тренажерчик какой-то был. С обратной стороны у нас опять же скамья для прокачки пресса в наклоне. Тут, по всей видимости, были разного вида штангочки. Тут была штанга, я ее еще когда-то застал. Вот у нас такой самодельный станок для жима ногами. Вес висит, лавочка такая. Вот тут на ней сзади очень интересная надпись — сваркой. Человек сделал. Дата — 81 год. Гешкодин. И, по всей видимости, это тот человек или один из тех людей, которые занимались благоустройством этой площадки. Те, кто ее делал, влаживал сюда свой труд, силы, терпение, средства. А любители металлолома, алкоголики и наркоманы в поисках наживы просто-напросто изувечили ее, украли все, что было можно украсть, а это непосредственно все штанги, все, что можно было отпилить или открутить. Потому что, как мы видим, создатели это все об этом думали. Они как-то предугадали, они старались это предотвратить. Они наматывали сюда колючую проволоку, заматывали, закручивали все намертво. Но вот эти вот вандалы, я даже еще помню, тут было много таких мест, где можно было открутить и отпилить. Они были намазаны и замазаны хорошо солидолом. Вот видите, какие прутья, они закрученные. На самом деле это все очень было тяжело сделать, и народ старался. Он предвидел, что появятся такие люди. Они были и раньше, но их было меньше. Которые просто-напросто вандалы. Они в поисках наживы. Курочили здесь все. Ломали, воровали.
И на сей день здесь практически руины. Скоро здесь так и будет. Когда-то придешь сюда заниматься, а тут одни корешки торчат, швеллера, трубы, которые просто-напросто они не смогли вырвать, которые тут очень хорошо вмурованы. А в основном тут очень много уже всего повыдергивали, украли. Это очень печально. Люди старались, старались. Десятки лет оно здесь было. Никому не мешало. Мешало этим. Вот это снаряд для вертикального отжимания в стоечке. Можно ноги упирать сюда и отжиматься. А мешало оно именно этим, блин, существам, потому что людьми их назвать нельзя. Которые не могут нормально, честно заработать деньги. Пойти на работу. Они колются. Нюхают, что там они еще делают, курят, бухают. И для того, чтобы на это все найти деньги, они вот ломают, уже много сломали из этой прекрасной площадки, которую человек по фамилии Шкодин, возможно, со своими друзьями, ну, понятное дело, что он это делал, скорее всего, не один. Они это все изувечили. Вот еще такая многосторонняя шведская стенка осталась. И скорее всего, возможно, она осталась именно потому, что она оказалась в зарослях. Тут за десятки лет уже деревья проросли, вон шелковица растет. Он с крышей. Тоже здесь что-то было такое. Возможно, чисто для растяжки. А возможно и нет. Знаю, для чего она еще использовалась. Но она стоит. И стоит, потому что она оказалась в зарослях этой шелковицы. Ну, собственно, как-то так. Показал я вам наш парк, которым мы занимались.